Последний день первого летнего месяца в Центре культуры и искусства «Спутник» для младших школьников провели мероприятие, направленное на борьбу с курением. В наши дни все больше людей отдают предпочтение здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Сказочные персонажи со сцены рассказали детям о вреде курения. 26 июня во всем мире отметили Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В Приморье и в нашем городе в частности регулярно проводятся просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление населения и прежде всего молодежи о вреде, последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни, чтобы еще раз напомнить, каким страшным недугом является наркомания. В Центре культуры и искусства «Спутник» для младших школьников провели мероприятие, направленное на борьбу с курением. Сегодня было проведено мероприятие для ребят младшего школьного возраста, начальная школа, и посвящено оно было борьбе с вредными привычками. Ребят обучали не курить, мультгерои, которые выступали на сцене. А что это за жуткий запах? Откуда такой дым? Ребята, что случилось? Курю и детей хочу научить. Да ты что? Это же так вредно! Сказочные персонажи разыграли перед юными зрителями представление в защиту здорового образа жизни и отказе от вредных привычек, в том числе курения, и доказали волку, что курение только вредит здоровью и от такой привычки лучше отказаться. Артисты поиграли с детьми, загадывали им загадки про спорт и здоровый образ жизни. Инсценировка иногда прерывалась для выступления детских творческих коллективов. Зажигательные номера маленьких танцоров притягивают внимание своей активностью, бодростью и задором. И, конечно, чтобы хватило сил на все танцевальные па, ребята ведут здоровый образ жизни, начинают свой день с зарядки и много гуляют на свежем воздухе. С их помощью сказочные герои рассказали волку, как вредно курить. Да что вы мне тут мораль читаете? Вот хочу и буду курить. Да ты пойми, волк, что курение, оно очень-очень вредит здоровью. Пойми ты это наконец. Волк, курение влияет на умственное развитие, разрушает твою нервную систему, загрязняет легкие и пагубно влияет на весь организм в целом. Сейчас информация о наркотических средствах, болезненном пристрастии к ним и последствиях этого явления должна быть повсеместной. Для этого и проводят подобные мероприятия, так как с их помощью можно уберечь многих от страшной беды. Сегодня проблема вредных привычек уже нужно профилактику проводить с младшего школьного возраста. Ребята были очень довольны, и я думаю, эффект сегодняшнего мероприятия очень большой будет.